Кодзи Якусю, 13 убийц. Роману Кадзутоси Хандо. Через 70 лет после Перл-Харбора. И Сороку Ямамото. Почему вы считаете, что война с Америкой... возможна? Адмирал, который был против войны. Пока битвы нет, ее итог неизвестен. Вы даже не представляете, чего ожидает общественное мнение. Люди хотят войны. Далеко еще? Сфера совместного процветания. У нас нет выбора. Придется сражаться. Ранний мир. Если его не достичь, страна погибнет. 8 декабря 1941 года. Война на Тихоокеанском фронте. Телеграмма с Хирю. Акаги, Кага и Сорю подбиты и горят. Такими темпами императорский флот навеки станет посмешищем. Есть! Исторический эпос раскрывает правду. Вы пытались избежать вступления в войну. Человек, которому пришлось начать войну. Судьба жестока, очень жестока. Это последняя битва в попытках добиться мира. Адмирал Ямамото. Неизвестная история Тихоокеанского фронта. Все самолеты в атаку.